Всем привет! Вчера мы получили посылку вот с таким мечом. Вы знаете, сейчас у нас проходит акция в Kinder. Нужно отослать вот таких, ну, на мяч нужно отослать 10 оберточек. Вот там еще есть вот такая сумочка и есть вот это проигрыватель, по-моему, какой-то музыкальная колоночка. Ну, 10 оберточек мы собрали и через почту отослали. Ну, какое наше было удивление, буквально прошло 2 недели, и нам прислали вот этот мяч. Акция будет длиться до 30 сентября. И, наверное, мы еще что-то будем заказывать, потому что дети-то у нас едят вот этот киндер. Там 3 вида можно посылать оберток, поэтому не так это сложно как бы набрать. Самое интересное, что на почте это все пришло бесплатно. Не надо было даже платить за доставку. Но сейчас вот внук уже скоро приезжает, и сегодня я дедушку как бы попросила накачать этот мяч. Как его накачивать? Ребята, это тоже целое искусство. Вот для этого нужна силиконовая смазка. Такая вот есть такая силиконовая смазка. Или вода. Ну, так как у нас она есть, поэтому он будет это делать с помощью этого. Сначала, конечно, надо намазать вот эту иголочку обязательно. Или смочить. И потом вводить в это отверстие, чтобы не пробить вот этот ниппель, который там находится. И вводится строго под углом 90 градусов. Для того, чтобы вот этот подарок вручить внуку и не омрачить это все, это надо сделать правильно. И тогда мяч не будет спускаться. Сейчас мы это будем производить. Вот так, под углом 90 градусов это обязательно вводится. Ни туда, ни сюда. Многие не знают, как это делать. Но так как мы постоянно накачиваем внучки мячи гимнастические, то, ну, всю эту технику уже знаем. И вот такой у нас автомобильный насос. И сейчас дедушка у нас накачает внуку мячик. И когда он приедет, он будет рад. Он очень хотел этот мячик. И вот это ж вместо конфет. Вот купите мне этот Kinder Slice, купите мне Kinder этот. Ну, их 3 у меня, то мы за буквально за сколько-то там дней собрали вот это количество нужное оберточек. Смотрите, качается шикарно мяч, вообще красавчик. Мяч красавчик просто. Вот такой мячик получился. Красавец. Я знаю, что внучок меня смотрит, хотя он в гостях далеко от нас. Так что радуйся, внучочек, приезжай и будешь играть в футбол. А летом приедет Ванюшка, и вы с ним будете играть в футбол. Вот на этом все, ребята. Мне некогда снимать видео. Занимаюсь закатками, так что редко выхожу. Всем пока!